spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия бюджетных безинерционных катушек, которые выпускаются под чешским брендом Trim. Это Car S Pro, отличительной чертой которой стало наличие Blade. На данный момент в линейку вошли три модели весом от 360 до 480 граммов с одинаковым передаточным числом, составляющим 5,2:1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 640. Из названия Carp S Pro уже видно, что основное предназначение серии – Carp Fishing, хотя эта модель подойдет и для других видов донной ловли, например, для фидера. При производстве корпуса использован композитный материал, с помощью которого получилось совместить одновременно прочность и сравнительно небольшой вес катушки. Чтобы снизить вибрацию во время вращения ротора, применяется его специальная балансировка. Система S-образного хода обеспечивает ровную и плотную укладку лески. В катушках устанавливается 6 подшипников, из них 5 штук шарикового типа и 1 роликовый. Для предотвращения проворачивания в обратном направлении используется мгновенный антиреверс. Основная конусная шпуля сделана из дюралюминия и имеет множественную перфорацию. В зависимости от модели, лесоемкость составляет от 110 до 220 метров монофила диаметром 0,35 мм. Для фиксации предусмотрена небольшая пластиковая клипса. Также отметим наличие усиленной полой дужки и ролика лесоукладывателя с покрытием из легированной стали, способного снижать перекручивание лески. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение. Как мы уже говорили, катушка также оснащена бейтрайнером. Клавиша его включения-выключения установлена с задней стороны лапки. На торце корпуса мы видим регулятор, помогающий настроить то усилие, при котором рыба во время поклевки не будет ощущать сопротивление снасти. В нижней части предусмотрен небольшой рычажок реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. А после переключения ручку можно крутить в обе стороны. Сама металлическая рукоять оснащается прорезиненным Т-образным кнопом. Чтобы прижать ее к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукой модели сделать праворукую и наоборот. В комплектации предусмотрено наличие еще одной шпули. Она полностью идентична основной и имеет такую же лесоемкость. Может использоваться в качестве запасной или для намотки лески с другими характеристиками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.